А еще в Днепропетровске живут настолько экстремальные мужчины, что помогают делать уроки своим детям в любом состоянии. Сына. Привет, пап. Я вчера с корпоратива вернулся, все нормально было. Да? Ты мне даже уроки помогал делать. О. Мне задали написать песню про школу, а ты мне там исправлял, зачеркивал. Ну и как, понравилось? Да, директору понравилось, участковому понравилось. Детский психолог тоже заинтересовался. А ну спой папе. Так. Это песенка про нашу школу, где счастливо растет детвора. Мы в нее ходим стайкой веселой, но зараза в 8 утра. Я от хавки в столовой худею, что уже на себя не похож. И продленка чудесное место, но носить при себе лучше нож. Вызывают родителей в школу, я чё, лифт, чтоб меня вызывать? Я не стал мусорам дядю Колю и на шторы не буду сдавать. Все вокруг унижают и брешут, я запутался к черту в судьбе. Эх, пойду и в спортзале повешусь. Валентин Иванов, 3Б. Слышь, сына, а у них наш адрес есть? Конечно, есть. Слышишь, а замять это как-то можно? Можно было бы, но ты мне еще рисование помогал делать. Тогда переезжаем. Как, опять? А что я могу сделать? Ну, сколько можно, папа, стоять?